Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения, отметил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавенского района. В то же время с взятием Гадрута открылись новые возможности для дальнейших планов. Президент также подчеркнул, что хотя во время войны в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров и некоторые населенные пункты они покинули, спешно убегая, в Гадруте армяне проявили упорство. Оказали сопротивление, ожесточенные бои продолжались здесь несколько дней. Но несмотря на это, осознав свою беспомощность перед азербайджанскими солдатами и офицерами, они потерпели поражение и здесь, заявил глава государства. Президент Ильхам Алиев упомянул многочисленные фальсификации в армянских СМИ на тему взятия Гадрута. Глава государства отметил, что только после того, как азербайджанские солдаты и офицеры подняли в Гадруте государственный флаг и отрапортовали верховному главнокомандующему, армянская официальная пропаганда признала, что Гадрут находится под контролем азербайджанской армии. Это еще раз показало, что армянская пропаганда и во время оккупации, и во время войны, и в поствоенный период была построена на лжи. Президент также сердечно поздравил азербайджанский народ по случаю годовщины взятия Гадрута.